Здарова всем, это Фриз, и сегодня 100 игроков будут давать мне задания, которые я должен буду выполнить. За вебку можно уже поставить отдельный лайк, поэтому я жду от тебя лайк и подписку. Но я не буду тянуть, потому что ролик будет очень долгим, так что приятного просмотра. Алло. Привет. В общем, задание одно, любое задание. Сделай мне для меня дом. Так, давай свой ник. Хакер, Аро, Шалкер. О, так ты у меня был в видосе уже. Прикольно, слушай, а так у тебя смотри, какой дом. Это не мой, это друга, у меня есть свой, другой. Но я хочу от тебя дом. Ну так я же тебе построю коробку, ты же это понимаешь? Какая разница, хотя бы от тебя коробка. Какая-нибудь. Ладно, окей, давай тогда я ее построю где-то на РТП. Слушай, а давай я себе в воздухе построю ее. О, еще круче. Так, высота будет у нас 100. В принципе, у тебя будет, ну, не такой большой дом, потому что еще после тебя нужно 99 игроков опросить, да? Ну, в общем-то, вот такой дом получился. Немного говеный, но все же. Здесь у нас есть сундуки. А, кстати, нужно кровати. Бетс. Вот такие оранжевые кроватки у тебя вот тут вот будут. И, в принципе, все. А, точно, еще печки. Фуринс. Печки у нас будут вот здесь вот. А, в общем-то, можешь заплевать эту коробочку. А я пошел дальше. Все, спасибо за задание. Пока. Алло, привет. Здорово, у тебя есть одна попытка, да? Нет, не попытка. Как это сказать? Да блин, я постоянно путаюсь. Короче, дай мне любое желание. Просто любое. Оно не должно касаться доната и выдачи ресурсов. Тэпнись на РТП и построй свой дом. Разыграй его после видео. Хорошо, спасибо за задание. Давай, пока. Ну, собственно, задание вы слышали, поэтому мы телепортируемся на РТП. Я делаю вообще, ребятки, просто любой дом. Он сделал любой дом. Некрасивый, вообще пофиг. Я его сделаю, естественно, из земли. Ну, типа, мы же нубы все, да, получается. И сделаю его супер маленьким. То есть где-то 5 на 5 блоков. Но там будут такие ресурсы, от которых у вас просто отпадет челюсть. Координаты этого дома я оставлю где-нибудь, где-то в середине ролика. Поэтому смотрите ролик от начала и до конца внимательно. Алло. Здорово, задай мне одно любое желание. Забань до моего друга. Лей 22, лей 220 на 5 секунд. Окей, давай бан лей 220, 5 секунд, да? По причине прикол от друга. Прикол от друга. Все, вроде бы забанил, да, вот, на 5 секунд. Алло, построй мне огромную хату. Да, блин. 5 minutes later. Ну, в общем-то, готово, вот такая у тебя огромная хата получилась. Естественно, это не можно назвать такую, знаешь, жесткую хату, но ты просил просто большой дом. Алло. Ага, ты без микрофона, я понял. Короче, задание одно, любое желание, кроме как выдачи доната. Сделай на спаун портал на энд. Спасибо за задание, давай, удачи. Телепортируемся на спаун и, ребятки, сейчас будет просто момент истины. Мы должны выбрать место, где мы будем делать портал в энд. Правда, я даже не знаю, как его делать, но все же. Давайте у нас будет с вами секретное место где-нибудь на здании. Или можно на деревьях сделать. Итак, друзья, строим. Раз, два, три. Сюда теперь три. Теперь сюда три. И теперь вот сюда три. Все, вроде бы готово. Теперь делаем здесь три блока. Либо сколько, я уже, ребят, не помню, как это делается, но все же, надо встряхнуть старостью. Теперь пишем здесь ЕУЕ, вот так вот, и активируем. Какой звук классный, слушайте. И последний портал, и... Не работает. Ну, в общем-то, портал построен, все, здание выполнено. Так, что загадать? Построим мне дом? Серьезно. Ребята, подписывайтесь на канал Фриза, ставьте лайки на все видео и делайте просмотры на все видео. Парень правду говорит. Я, кстати, тем временем практически тебе достроил дом из грязи, как мы и договаривались. Он будет у тебя реально элитным, он будет лучше, чем предыдущий дом, я тебе уверяю. Ну, в плане он будет красивее. Я уже достраиваю стекла и, в принципе, можешь отправить ко мне телепортацию. Итак, давай, оценку дому. У тебя здесь не будет стекол, это чисто будет панорамное у тебя стекло здесь. Не стекло, а окно. Прикольно. Ну все, тогда, все, давай, удачи, пока. Здорово. Задай мне одно любое желание свое. Можешь взять мой подгон? Давай. Так, давай, телепорти. А, ты же мне давал уже подгон, я помню. Да-да-да, на каком-то видосе ты мне давал подгон, я это помню. Так, слушай, это стихийка, чего? Чего? Откуда у тебя эти стихийки? Ребят, чтобы вы понимали, это уже вторая стихия, которую этот парень мне дал. Смотрите, что? Кровавый даже кинжал, ребят, это просто, это топка. Что мне с этими вещами делать, как думаешь? Снимай или кому хочешь, давай. Ты же не против, если они в конце видеоролика будут разыграны? Не против. Все, спасибо, давай. Спасибо за задание, пока. Алло, Фриз. А. Погоди, а что надо сделать? Так, нет, я это понял. Свой ник дай, пожалуйста. А, все, хом один. Вот, все, вот. Я появился в какой-то коробке из верстаков. Да, вижу. Вот, видишь, вот стоит посерединке, да, вот это. Да, вижу. Цветнуть ее, чтобы было 9 шалкеров с китом Мефисто. Так, слушай, вот шалкеры, возможно, давайте сейчас попробуем. Сет шалкер. Нет, шалкер, не могу, что-то пишет какую-то ошибку. Так, и вроде, да, все, сетнул с шалкерами тебе это. Ну да, сетнуть, чтобы в них были киты Мефисто. Ну, кит Мефисто там не получится, просто шалкера, нормально устраивает. Окей. Да, все, давай, удачи, пока. Убить клан на красиво. Это как? Найди клан и убей их. А, весь клан, что ли?
Ну да. Ну ладно, спасибо за задание, все, давай, пока. Ищем, значит, клан вообще, ребят, любой. Только я не знаю, как искать кланы, блин. В табе у нас только есть титулы, а кланов нету. В общем-то, давайте вместо этого я просто телепортируюсь к рандомному человечку и его убью. Ну, если у него будет еще тиммейта, то я их тоже убью. Итак, и это везунчик у нас, вот этот типок, только где он вообще стоит? Так, братишка, а что? Стоп, что? Слитая еска изич. Здесь тоже, ребят, есть табличка, давайте его подвинем, и если ты это читаешь, то обернись. Так, и что? Так, ладно, братишка, извини, но мне придется тебя убить, потому что такое вот задание. Вот. Давай попехаемся. Давай. Ну что, ты готов? На счет три. Раз, два, три, погнали. Так, погоди, а погоди, это ж ты у меня проходил паркур, да, получается? Если я не ошибаюсь. Да, 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 это на проверке на 4. Ребятки, если что, вот там вот сейчас всплыла подсказочка, вы можете посмотреть. Этот челик уже у нас был в видосе. Мы его проверяли на 4. И, кстати, ты мне сносишь. Ты мне снес тотем первый, хорошо. Но, кажется, победа за мной, потому что у тебя осталось всего лишь 4 сердечка. Погоди, стой, стой, не убегай, не убегай, не убегай. А! Так, все, чуть-чуть осталось. Хотя ты уже полностью откилил почти, ну ладно. Так, я тебя догнал, все. О, все, ты в санине, чувак. Сейчас будем тебя просто жестко-жестко пэхать, либо меня будут жестко пэхать. В общем, просто тебя завожу вот так в камбу, и, в принципе, все. Да. Ну, все, давай, удачи. Спасибо за задание. Пока. Можно скрин. О, ну давай, давай, давай. Так, ну давай скрин, давай. Спасибо. Давай, пока. О, дай мне 4 книги защита 4. Хорошее задание. Так, только дай свой ник. Твои 4 книжки. Вот, спасибо за задание. Пока. Подари кому-то кит легенда. Спасибо за задание. Давай, пока. Итак, прописываем слэш крона и покупаем кит легенда. Вот это легенды. Давайте прописываем его. Телепортируемся к рандомному игроку с помощью таба, и это будет у нас вот этот челик, кстати, это страж. И давайте просто ему отдадим все ресурсы, которые я сейчас прописал. Ему будет приятно, а мне, в принципе, не жалко. Задание выполнено. А можно кое-что спросить? Давай. Это тоже желание, если что будет. Добавишь друзья в ВК, если попрошу? Да. Все, давай, пока. Кидай свою ссылку, сейчас добавлю. А ты навсегда добавишь или удалишь потом? Это уже третий вопрос, все. Так, все, добавить друзья, все, заявка отправлена. Выдай админку любому человеку на сервере. Хо-хо-хо! Окей, все, спасибо за задание. Ну что ж, друзья, вы готовы? Пишу. Pex User, рандомный ник, group, set, админ. Команда не найдет, либо введена неправильно. Ну, что поделать? А почему я, кстати, не могу выдавать донаты? Странно. Скопируй мой дом. А, блин, это невыполнимое задание, к сожалению. Почему-то я тоже не могу скопировать дом. Смотри, я к тебе телепортируюсь. Давай, вот просто want. Давай, вот я выделяю это все дело, да? Пишу копи, и мне пишет команда, Геннадий или введена неправильно. Понял. Можно PvP на желание? Давай, давай. Хорошее желание на самом деле. Погнали. Все. Погнали, погнали, погнали. Первые удары со мной. Криты, слушай, я тебя хорошо проношу. Слушай, ничего себе. Я прям сейчас закомбил очень хорошо. Минус тотем первый. Чего? Я сам себя в шоке на самом-то деле. И осталось совсем чуть, и я тебя убил. Прикольно, спасибо большое. Ну давай, спасибо за желание, пока. Задай мне одно любое желание. Можешь, давай ты скупишь весь аукцион. Офигеть. Так, ладно, давай, Warp Market. И все, вот я запоминаю, какие сейчас будут вот ресурсы. Все, я запомнил. И мне придется очень несладко, реально. Просто ТП, я тебя убью, желание такое. Окей, так, ну что ж, давай, пинай меня. Попробую на Аха поставить много чего-либо. То есть любые ресурсы, много... Да, очень дорого. Ага, все, я понял. Спасибо за задание. Давай, пока. Ну что ж, задание есть задание, поэтому мы пишем гейм 1. Берем отсюда много ресурсов, как нам сказали, да? То есть это будут стаки земли. И мы будем продавать их по очень высокой стоимости. Например, 100 тысяч. Я думаю, то, что это будет вообще супер. Поэтому мы пишем 100 тысяч, 64. И вот таким вот образом выставляем все наши предметы за очень много бабок. Ну что ж, я думаю, хватит. Я вот эту вот строчечку не буду выставлять, потому что аукцион и так, наверное, уже просто переполнен моей землей. За это можно поставить лайк. Но мы двигаемся дальше. Давай попахаемся. Давай. 5 минут later. Ребят, что-то произошло, и этот челик просто ливнул. То есть давайте к нему телепортируемся. Вот, он как бы здесь, но из дискорда он ливнул. Непонятно зачем и почему, но, братишка. Все, я понял, у него залагала. Ну, возвращаем мои шмотки. Итак, друзья, возвращаемся к тому заданию, где надо нам скупить весь аукцион. На моем балансе сейчас 5 миллионов. Вот, вон там вот можете это заметить. В общем-то, мы просто нажимаем ах и просто все скупаем. Я не знаю, ребятки, хватит мне денег или нет, но мы реально сейчас все скупим. Вы скажете, что я порчу экономику. Ребят, нет, нифига. Люди действительно выставляют полезные вещи. Ну, как бы здесь литра
за кучу бабок, но все же. И я просто скупаю аукцион. Ну почему бы нет? Одну страничку всего лишь. Поэтому мы просто покупаем шмотки. Конечно, ребят, они реально дорогие. Это челик Бинко 212. Он реально челик такой умный. Но, ребятки, просто все равно покупаем это все и пофиг. В общем-то, задание тоже выполнено. Ребятки, помните, я вам говорил про то, что я построю дом и оставлю там очень крутые ресурсы. Так вот, вот здесь вот, на вот таких координатах будет лежать очень крутые ресы. Такие как стихийка, вот такая, которую мне подогнали, и остальные ресы, которые... А, стоп, а я не могу их, да? А, я не могу их ложить, лол, чего? Смотрите, смотрите, ха-ха-ха, пишут, верни рюкзак, вот, верни рюкзак. О, здесь какой-то типок, здесь какой-то типок. Так, ладно, я пока что заприватчу, а потом уже под конец расприватчу, потому что это слишком опасно для держать такие ресурсы. Давайте прямо сейчас посмотрим, кстати, что в этих сундуках лежит, потому что я, ребят, ничего не знаю. В двух сундуках пусто, во втором, в третьем тоже, в четвертом тоже, в пятом тоже, в шестом тоже, а вот здесь... Офигеть ресурсы, ребятки. Здесь реально уже очень-очень-очень много ресурсов. И это достаточно хорошо. Смотрим, короче, последний наш сундук. И это, да, тоже ничего нету. В общем-то, кладем их в сундук. Они не кладутся, да? Черт, блин, фигово. В общем-то, приходите вот на эти координаты. Вас всех жду, забирайте эти шмотки. От рюкзаков мы просто пишем кляр. И все, больше нет ничего. Подарим моему другу, знаешь что? Чё? Мут на часик. Опа! Так, давай ник друга. Так, написал 1 час по приколу. В скобочках друган попросил. Ну, в общем-то, спасибо за задание. Давай, пока. Ну, в общем, друзья, на этом все. Да, это не 100 заданий, но если вы здесь набираете 2000 лайков, то я иду и записываю вторую часть, где уже довыполню все задания, потому что я не вижу смысла в одной части пихать 100 заданий. Вы все равно это не просмотрите. Поэтому встретимся в новом ролике. Всем удачи! Всем пока! It's all about humanity.